Бежит, бежит. Кто там Джина бежит? Альф, да? Дон Джуан. Дон Джуан, да, твой ухажер, Джина? Альф. Эх, все смылся. Джина, что ты взяла эту бутылку? Крышку отгрызла, взяла, теперь стоит. Дашь? Мне это дашь? Мушкин ты? Ну. Мне даёшь. А теперь дай обратно. Молодец, Джинка. А ты это возьми, скажи, сидеть. Послушает она тебя? Не знаю. Возьми. Дай бутылочку. Мне дай. Мне дай. Мне дашь? Сидеть будешь? О. А лапку ты даешь? Нет, Джина, сидеть. Она сидеть должна лапку дать. Со мной она на расслабоне, я все-таки не командир. Свой, да? Свой чувак. Альф. Иди к Джине, поиграйся с бутылочкой, Альф. Вот, кстати, чу, никогда не играл с бутылкой. Да, не любитель? Вообще. А вот, за мячиком вот побегать? Тоже как-то там пробовал. У меня мячик есть, будет? Не вкатило его. Вот эти коряги там, я палки там бросал, это было дело. А я не помню, у меня когда Тайсон был, он с ним игрался? Да. Нормально они ладили? Да. Он еще мелкий был. Кто? Мой. Да? Конечно. Просто я тоже с Тайсона вот так отпускал всегда, он везде спокойно гулял, никому не приставал. Они никогда не конфликтовали. Ты что-нибудь видишь там среди волос своих? Аль, воды напился? Это вообще какие-то... Что-то он опасается, как паутинки, которые... Подозрительные вот девчонки. А эту погладить не хотите? Не, ее можно сзади погладить. Джина, тебя гладят, не бойся. А это что за порода? Питбуль. А? Серьезно? А это какая собака? Ганская борзая. Откуда знаете? А, ну да. Не, она очень характерная внешность, ее ни с кем не перед. Ну да, ее сразу, сдалека видно, всегда хочется с ней пообщаться, ну, с такой собакой. Есть. Немецкую овчарку тоже видно, что это немецкая. Ну хотя немецкую с восточной европейской. Джина хочет убежать и где-нибудь полежать на этом. Боится. О, заигрывает, заигрывает. Не, он поиграть хочет. Можно палочку ему побросать, он будет бегать. Не знаю, будет он. Будет. Уже взрослый мальчик. Будет, будет. Альф, ну-ка сидеть. Будет сидеть? Или он такой-то, неохотно? О, молодец. А еще так, смотри, как сел. Прям как на выставке. Альф, ты так красиво сидишь, братанчик. Там, кстати, два бульдога идут. Да, французский. Ну, бульдожки прям дружат, они вообще спокойные. А Джина-то не очень. Вот эти опасные товарищи бывают, эти, которые вот эти прыгают. Рассел, терьер. А, Джек Рассел. Эти бывают вообще на всю голову ненормальные. Ты говорил, как же коленку пропустил? Джек Рассел? Да, вот это водянчик такой пришел. Надо вам это расческу дать и расчесать. Она этим занялась бы. Ее как раз почесать надо, их же тоже вычесывают. Ну, конечно. Чтобы красивым быть тоже. Джина, тебя не чешут, да? Тебя не хотят чесать? Привет. Палочки вот это любит. Она все любит. А это чисто посидеть. У меня французский бульдог, они примерно похожи характером. Джина, где палочка? Возьми палочку. Джина, возьми. О, это с удовольствием. Поперетягивать что-нибудь, подбирать. Они не любят ваши собаки.
собаки. А как их зовут? Вот этот Альфа, а это Джина. Мальчик и девочка. Смешные? Вот этот смешной. Ну, еще лыжка такая. Она достаточно забавная характером. Она всегда что-то грызет. Ну, вот это же питбули. Мне всегда зубы чешутся, надо что-то пожевать, погрызть. Ну, у него же человечищие волосы же, человечищие. У него вообще какие-то паутинки. Да, они вообще очень эти. Диаметры какие-то вообще микронные. А, да, есть. Массажик такой. Вот, Джина, какой тебе бесплатный массажик. А что у него, кстати, этот там черное? Где? Линяет, что ли? Вот это? На хвосте. Не, это так, это для красоты. Дырка такая. Дырка? Тебе иди сюда, дырка. Чего ты так с ним это? Ну, собака. Спрячь, спрячь. Говорят, что типа очень худой, но не знаю. Жрет нормально. Не, ну если его потолстеть, он тогда бегать не сможет. Они же бегать должны. У него, если он потолстеет, у него вырастает брюхо и провисает спина. Мы уже пробовали перекармливать, пузо вытянулось вниз и спина провисла. Не, вот им это... так лучше, борзым, они же все худые. Да, и должна быть лучше. Ну надо его мышечную массу, значит, набрать, а не вес. Мышечная. Какая ему масса? Это же это, беговая собака, зачем ему мышцы? Такое классное. Ну, это вот этим нужна мышца. Нужны. А, Джинка, что ты там начесываешь себе? Что ты там начесываешь? Цвет глаз. Все, у нее цвет глаз вообще шикарный какой-то. Львицы. Желтые. Чуть же издеваются над тобой, да? Привет, ты меня не съешь? Хорошие такие. У него, кстати, канал есть на YouTube, подписывайтесь. Без проблем. Это называется Питбуль Джина. Хорошо. Слюнявая такая. Альф. Альф. Да, ты, конечно, выставочная собака, тебя только фотографировать. Вы, кстати, в одном тоне с ним это... Прикольно, получитесь фотография. Кучеряшки такие прям красивые. Что, сломала? Ты съела палку? Съела палку? У нее погоняла акула крокодилевна. Она все грызет. Родственники где-то там? Конечно. В далеком прошлом. С кем? Да, Полин, вы похожи. Ну да, кстати. В одном тоне. Этот блондин, это и блондинка. Не отдашь мне палку? Тебе, кстати, такая собака нужна. Заводи такую, будешь я ходить. Я добермана хочу. Зачем? Лапу. Зло не контролирует. Ой, какой! Кстати, она много команд знает, да. Сможешь ей команды. Зайку Джина покажешь? Нет, на самом деле... Да, я найду. Когда палку. Берешь добермана... Сейчас тебе могу мячик дать. Ты его воспитываешь под свой лад. Ну там и сложно. В случае не похвали за то, что он кусается. Нет. Все, кто похвалили за то, что кусается, ротвейлера, добермана, кавказскую овчарку, все потом. Закончилось это все трагедией. Может быть, не для него самого, но для окружающих. Потому что это собаки, которые злобу уже не контролируют. Но она взяла от куратора, который разводит специально доберманов. Только они слишком тоненькие для Джинки. Вот одну взяла. Джинни, это да, это на два зуба. Смотри, чтобы она руку не прикусила. Вон, Джина, вон другая. Вон, это ты была дальше. Перетяжки. Вот это ее тема. Что-нибудь поперетягивать. Блин, был бы какой-нибудь канат, она бы сейчас это показала бы. Игру перетяжки играть. Вот, у меня девочка брала добермана. У нее доберман, ну,
он воспитанный. Ну, он нет, воспитанный. Не хочет команды. Он... Нет, все... Да, их можно воспитать. Когда доберман тебя слушается, это как бы собака, которая не видит человека. Что, страшно, да? Когда заканчивается палочка. Он не нападет. Самое главное, не научить напрямую вас. Их нельзя. Да. Обязательно как бы, часть программы. Мне кажется, она разыгралась. Но ее надо контролировать, вот, чтобы она не разыгрывалась. 100 рублей за пока. Мы на пиво зарабатываем вообще сидим. У тебя шапки нету, надо положить это, чтобы сбрасывались. Давай завтра тогда с утра выйдем. Завтра в кепках выходим. Тогда побольше какие-нибудь шапки глубокие. Шляпы. Есть цилиндр. А что, сразу чемодан? Чтобы потом не запив, могу дать за машиной уже. Что, если она туда прыгнет? Вынырнет, выпрыгнет. Покупается. Если ей станет холодно, вылезет. Ну да. Да не, ей холодно не будет. Она в азарте, ей не холодно. А что все хотят эту погладить, а то не хотят? Сейчас эту тоже погладим. Ну, конечно, она самая красивая, согласен. Потому что эту погладить одно пиво, а если эту погладить, уже два пива. Ты же понимаешь, да? Че, у тебя тоже там чешется, что ли? Джина, тебя смотри, сколько этих девчонок гладят, а? Вот это да. Хотя ты же девочка, тебе пофигу. Да. Если бы ты мальчик был. А, этот мальчик стоит, кайфует, девчонки вокруг. Ну да. Девчонки-то какой кайф, что ее девчонки гладят, да? Еще, конечно, можно. Вам точно надо шапками приходить. Да ладно. Какая-то фигня, да? Где? Это не клещи у нее? Да, это, я говорю, она почесалась, а потом болячка осталась. А, болячка? То я чувствую уже, да, сами какие-то шишки. А это Джина. Она чешется, у нее чесотка. У нее это, лишай. Сейчас на вас заразитесь, сейчас лишаем. Чё там пахнет? Держите поводок, можете пройтись. А я поснимаю со стороны. Все, Джина, иди, я тебя отдал Джину на это, на время. В аренду. 100 рублей. 10 минут, 100 рублей. А мне интересно, она пойдет? Ну-ка дальше, уйди туда куда-нибудь. Ты смотри, пошла. Джина, ничего, что я тут сижу? Идите туда, просто потяните сильней. Не, сильней тяните туда. Насильно. Вот за палочки пойдет. Джина, ты молодец, преданная, да? От меня не уходишь? Аккуратно, она может так случайно, да. Скажи, я не специально, но могу случайно. Ты такой, я собака. Ты прям Он Биотанова называет. Там внутри стропа, а сверху... Он, короче, уже старенький, ему где-то год. Когда он новый, он вообще липкий такой, не скользящий. Офигенный поводок и очень прочный. Все, понятно, буду приучивать. Сколько внимания женского, а, Джина? Вот это да. Такого у Джины еще не было. Вы должны все подписаться на ее YouTube канал. Да вы же не знаете, что хорошо-то. Питбуль Джина называется. 50 тысяч подписчиков. Да, зайди сейчас, сейчас подпишись, скажи привет и увидишь себя. Вот. Каждую неделю купать и чесать. Каждую неделю. Ты прям одного тона с ней, хотя даже темнее. У тебя загар сильнее. Сколько мы не загорали, она что-то никак не загорит. Так же. Он не сохнет. Ты его купаешь, он лежит, заванивается. Что, нашла? Потом чесать. Это волосы, это шерсть. О, все садится? Как всегда, вот так. Больно. Я не знаю, мне тоже шерсть. Очень низкий болевой порог.
У кого? У Альфа? Если так. Хочешь вот такого, да. У кого? У Альфа? Да. Если хочешь такого, вот Альфа, это будет великолепно. Да. Ставим лайки, пишем комментарии. Телефон зарежу. А, давай. Мне кажется, я смотрела тогда. Да? У меня папа... Кто хочет ее мячик взять, побросать? Мы брали между питбулем и французским бульдогом. Зачем тебе питбуль? Ну, у меня семья, у меня папа хотел, у меня папа звонил. Ай, только не тяни, он вытащится сейчас. Джина, плюнь, плюнь. А можно кинуть, да? Кинуть, она же не побежит. Она же это, пристегнута. Эх, Джина, сейчас порвешь твою игрушку. Кто победил, победила дружба. Джина, давай это покажем фокусы. Тебя обманули. Овчарка и то. Немецкая уже вот-вот снимут неуправляемой звонкой. Останется только восточноевропейская, что уже приступает. А кто дальше? Я говорю, два подборы, наверное. Кто дальше? Ты ей скажи сидеть, а потом зайку. Сначала дай, скажи, отдай. Да не за что, пока-пока. Джина, апорт. Апорт. Джина, апорт. Дай. Джина, обмен. Не, ей все надо забрать, все. Чтобы он мог пасти, бежать, охотиться, спасать и рвать. Это было все в одном. Это тоже было. И очень редко. Тихо. Джина! Не надо лучше в руку, а то сейчас случайно. Джина! Нельзя. Разошлась. А где твой мячик? Ищи мячик. Мячик ищи. Где мячик? Спрятала? Джина, дай, я сейчас фокус покажу. Джина, дай, дай мне. Джина, дай. Дай. Сидеть. Зайка. Лежать. Курок. Ну-ка дай, плюнь. Лежать. Кувырок. Сидеть. Нет, зайка. Ази. Молодец. Цирковая моя собака, цирковая. Ну-ка дай. Альф, возьми. Дай. Плюнь! Сидеть! Лапу дашь? Дашь лапу? Дай лапу. Ай, молодец. Возьми. Че поводок? Схватил. Может, прокусит чуть-чуть. Ты папке несешь, да, мячик? Вон, девчонкам дай, они с тобой поиграются. Дай. Да подожди, дай. Дай, Джина, дай. Ты построже скажи, дай. Плюнь, Джина! Сейчас порвется уже. Ты лучше в перетяжки не играй, а так побросай, да. А то он порвется. Это как, не поднимайте игрушку выше головы, можно прыгнуть. Да. Не на вас. Дай. Не на вас, так на того. Дай. Никогда отдергивайте не вверх, а за себя. А ты откуда знаешь? Ай! Ну-ка, плюнь! С собаками очень много времени проводила. Сиди. Молодец. Ну все, я пошел домой, Джина, остаешься ты с девчонками. Завтра заберу. Сколько берете? За сутки. Бесплатно.
И там прям покормите утром хотя бы. Конечно, покормим. Только мясом. Она мясо ест. Сырое, вареное, жареное. Только сырое. Джин, да хорош тебе там чесаться уже. Ты аккуратнее, она на тебя сейчас может запрыгнуть и будет. Она любительница это. Мы знаем, проходили. Да, такое же проходили. Она может за ногу схватить и вот так фигачить. Нет, классные места, конечно, Дубна, но, блин, это пиздец какой-то. Раньше когда ездили туда без ночевки. Не, вы реально вдвоем классно смотритесь, одного тона. Ой, там собака идет. Джина, дай мне поводок. А там тоже питбуль идет. Это не писать, это добрый. Ну хотя, они там дорогие. А собаки метят же под ворот? Что делают? Метят под ворот. Как? Метят? Не знаю. Не, они только писают, когда метят. А что, он тебя пометил, что ли? Нет, подбородком. Нет. Просто, например, кролики, подбородком. Не знаю, первый раз слышу. Обычно, если метят, то писают. Да, просто есть животные, которые вот подбородком трутся и оставляют либо феромоны, либо... А, может быть. Я просто потом к котам пойду. А, и коты такие, ууу, чей это ты была? Рассказывай. А его можно погладить? Можешь подержать? Только держи крепко. Он такой красивый. Я просто вас со стороны видел там. Не укусит? Сидеть. С чужими так не прокатывай. Сколько ему? Такой красивый. Офигеть. Как звать? Серкан. Серкан? Серкан. Ты что такой красивый-то, а? Это как, королевский? Офигеть. Сидеть. Дай лапу, дай мне свою лапу. Красавец. Смотри, какие два красавца, да. Не, он, смотри, он драться хочет твой. Я тебе дам сейчас. Ты такой красавец, а. Тигран. Серкан. Блин, у него такая шерсть классная. Любовь. Давай. Мальчик, девочка? Кобель. Если бы они разнополые были, они бы уже секасом бы занялись давно. Что, не хочешь? Ой, какой красавец. Наверное, если не стричь, вообще, да, огромный будет. Такой пушистый. Как лев. Ты как лев прям. А Джина прям это, она готова это. Смотри, как смотрит. Ее если отпустить, она нападет, наверное. Да, Джина? Ты не любишь, когда папка чужих собак гладит, да, Джина? Я в очередной раз убеждаюсь, что все собаки похожи на своих хозяев. А чем она похожа на ту? Вот, например, девушка с Серкан. Эту собаку зовут Серкан. Ну. Мала? И? А чем из хозяйков? Чем они это? Одинаковые? Есть схожести, например, она тоже кучерявая. Блин. Мне, кстати, тоже раньше говорили, у меня был боксер. Собака, короче. Не, моя-то похожа на меня. Я типа светлый, она светлая. Ну, да. У меня был боксер коричневый. А вы не боксер? Нет. Мне говорили, что я похож. Я говорю, чем у него морда квадратная? Я говорю, чем я похож с ним? У вас вот глаза светлые, у нее тоже светлые, да? Глаза. Ну, с ней-то я похож. А вот у меня боксер был, я с ним вообще не похож. Может, чисто характерами, поэтому. Мальчик у вас? А пусть понюхает, не съест? Не, мой добрый. Ну, моя не очень. Не очень? Ну, тогда, может, ваша. Мы его съест. Да, это крыс хочет. Такой красивый, коричневый. Джинка, это же мальчик. А сколько ваших? Скоро три. Скоро три. А ему? Красавчик. Да, Джина, сколько собачек-то встретили? Это волк? Держите, у кого был поводок. Все, не хотите, да? Мы сейчас же поедем. Куда? Куда это вы теперь от нас? Никуда не денетесь. У нас все свои дома, они
синюю шапку берет, а она, блядь, элитная. Не забываем подписываться. Ты записала, кстати? Ты же не записала. Ты забудешь. Нет. Как? Ну скажи. Как? Бульджина. Она только что какашки ела, но ничего страшного. Уже поздно. Да не, она не ест какашки, я не разрешаю. Вон, смотри, лабрадор. Кобелина. Вот, смотри, даже лабрадор, да, такой серьезный. Ух. Но у нас банда, мы сильнее. Вот, вчера мы здесь сидели, народу было тьма тьмущая. Сейчас ни одного человека, утро, рано. Вот так мы с Женочкой гуляем. Да? И погулять можно спокойно, и поплавать даже. Плавать будешь, Джинка? А? Ова, вообще не раздумывая. Молодец. Ай, молодец. И сразу туда сушиться. А как прыгать отсюда будешь? Лишний раз лучше не прыгать. Дай. Эй, вот ты овца, а. Хотел, чтобы она отсюда спрыгнула. Здесь мелко, видите? У нас единственный бассейн наверху глубокий. Либо там внизу, где фонтан. Пойдем вниз, Джина, там поплаваем. Иди сюда. Вот тут прыгай, вот тут. Вот так, да, молодец. О, нифига себе, сама выпрыгнула. Я думал, она не сможет. Ты что, заблудилась, Джина? Давай еще раз. Лей. Вот здесь она вряд ли запрыгнет. Что-то мне кажется. Водичка в горлышко попала, да, Динка? Давай. Вот так.